Почему я один дую? У нас энх есть, если что. А, то есть мы в трихила идем. Давай, Гера. Лок, стань прям под босса. Гниломорт сдох, но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть я требую урон по боссу. Ого, да я поэт. Пожалуйста. У, нет, он тут ты вообще проиграл. У меня 4.10, у тебя 3.87. По боссу? Да. Рановато тебе еще со мной мириться. О, Оскарчик, молодец. Зато бисовый перстенек сролил. Очень нужно, видимо. Дай трек. Сайбот, нажми газ. Сайбот, развернись и нажми газ. Да в другую сторону. Видишь, тебе три не офигенные, у меня вообще. Воля и чешка обычка. Забагать эту хуйню. У тебя еще тем более вечный холод. Он тоже дофига СП не дает. Ну,
Он как-то неправильно работает. Вот он стаки настакивает, он получает 340 стаков. Но когда активируется, активируется 310. Типа, почему не 340? Почему не 340? Ну так и должно быть, так и ШМ работает так же. Там уже 310 написано. Ну, это который активируется. Ну, тут типа 34 единицы за каждый заряд. А. То есть на 10 это 340. И он в минус уходит, когда на стаке. Такое, ладно. ШМ также. Да, теряет он же, он ровно столько же силы, как и СПД, то есть 30 СПД и 30 силы. Правда, 30 силы это больше, чем 30 СПД. СПД. Десятый стак можешь не считать, потому что когда он накапливается, там взрыв происходит. Так, а, ну тогда и у мага, и у кастеров также с этим посохом. Да, не аналогичное дело. Ну тогда все нормально, типа столько же СПД, сколько, допустим, ты получаешь, типа при этом. При том, что стакаешь, допустим, 9 стаков тебе. Ну, я обычно на скорби эти стаки, блять, баф вот от силы я обычно убирал. Я просто взрывал осколки по КД. У меня ДПС больше выходило. А тут такая хрень с этим не сработает, с посохом. Никто из танков подамажить не хочет. Уже дамажим. Кто? Я дамажу. 14 место, да? 10, ладно. Дайте потанчить в Бладе. Если Блада сделал. Не надо. Дай. Жадницы. Раз, два, три. Нету. Кому-то надо объяснять на этого босса. Напоминаю, хилит 3 хила. Юля, не забывай хилить чушку. От красного бегаем, зеленым избегаемся. Веруня косноясно зеленых, кощен на красных. В принципе, все. Так, пей. Поехали. Шли служим. Не, мы стоим. В зеленого играем. Отошли, отошли, маг отпрыгнул. Угу. Босса переводим. Что так быстро? Ну, с учетом, что у нас даже жадницы нет. То не быстро еще. Дошли пельмени. О, вагоны.
красный выползает. Отошли РДД, играем по красному РДД. Пельмени. Зеленый выползает спиной к столу. Не надо к нему подбегать. Пельмени летят в нашу сторону. Отошли, стой. Красный появился. РДД по красному. Служи, выходим, милишники. Пельмени отошли. Енот после красного подними тунгу. Поднимай. Кона этого. Надо я. Дайте бафы по ДК. Лапу дал. Готовимся, будем сейчас стопать. Стопнули. Стопнули. Вышли служи, от пельменей отошли. Играем по зеленому. Зеленого плевок. С босса веди с нами. Как химку поставит. Давай, подводи под стол его. Переводим босса. Пельмени отошли. Так, этот, школа, у тебя есть диван? Откуда я тебе ДК и кулак, а? Почему у тебя его нет? Я не знаю. Подожди, почему у тебя нету дивана? Что, игры нету? Ебануться. Нахуй ты в рейды ходишь. Гера, давайте. Ясно. Сатокс, дашь тогда ты диван? Служи, выводи. Кощун кинь СС на Сан-Франциско. Я на Сибилу потратил. Веруния кинь СС на Сан-Франциско. Хорошо. Отошли пельмени, диван. Вставай. Вы уже вышли. Отошли пельмени. Подводи к воротам его. Там мне далеко бежать не хочется. Передонирует мне привет. У меня полчаса. Ну, где ладно есть ваше? Ну, у меня потом вырубят интернет. Ты выруби их. Плевать.
На Синдру, значит. Дима, я это на Синдру и на Лича на руку зайду. Хорошо? Чтобы упасть, что ли? Ну. Синдром. Там просто квестик это. Тунга, у меня ТПСа не хватает, а ты говоришь прожог. Нифига себе не хватает. На профей было видно, что не хватает. У меня, блядь, 22 человека сейчас идет. Ну ладно, будет 27,5 еще. Куда идете, вы, алло, назад? На Синдру, говорю же. Блять, не через Ланотель она идет. Че, без меня уже все убили? Доброе утро. Здравствуйте. Я отходил, я написал главнокомандующему. Ко? Вон, если Купа будет дамажить за тебя, пойдешь на рогу. Интеллект бахните, пожалуйста. Ах, ты главное послушиваешь, да? Я же вижу тебя. Я посадили подглядывать, я слушаю. Не, если бы я не услышал, что тебя на руку пустят, я бы, может, пошел бы. Но не. Ты же знаешь, как я к твоему разбойнику отношусь. Видишь, там Денис Анима. Ну ладно, ладно. Так и быть, я запомнил. Какое недоверие, товарищи, к твоему роге, Тунга. Ну-ну. Скарчик, тут стопудово нужна кому-нибудь спинает. Мне надо мир. Скальчик, у тебя что нормально доставать? Типа, зачем тебе ой, плащ за обычки? Соу все равно не дамажит, дело херала. А че, отрезка не возьмешь всех хм? Блин, фералом это сложно играть. Фералами сложно играть, да не шути. Ага. Да, это супершипы там вообще дамажат, да, жадница нормально так. Чё? Супершипы, говорю, у Эрдура нормально дамажат, да? Это у шамана же вроде. Нет, чё, апдейт же был. Супершипы завезли. Да-да-да. Только у совы танка, если. Чего она там у шамана поменяли в шипах? Стаки что? Теперь земли не пропадают. У Лока классно сделали, там надо было же тоже 10 стаков накопить, теперь достаточно одного, чтобы АОЕшку запустить. На КД можно АОЕшку кидать. В натуре?
Да. Так, опять же, прошу ссылку. Но это, походу, давно уже было, потому что я уже сколько недели две пользуюсь. Упал, где твой дружок, Спирит? В смысле, где он должен быть? Почему мой дружок? Ну, нет. Не пошли с ним. Я сам сказал. ХЗ в шмотке написано, поглощает 10 я зашел, как бы, передать тебе привет. А так совпало, и что это? Будут ведь обосраться. Не знаю. Я РБК танчу, эти локи, они по КДш спамят этой фигни. О, купа лох. Я про тоже. Дима, за подавителя буста ей подавать? За кого? А. За подавителя. Ну ты зря спалился. Да ладно, что ты? Ты бы так и так... Просто в тот момент ты один их бил. Ну и я еще бил. Всех вы забили. В смысле, если я был, я по-любому бил. Тихо, тихо. И что ты запомнил? Тихо, тихо. Молчать. Я вообще тоже бью подавителей постоянно. Я всегда бью толстого, выходит подавитель, и я в них супер удар использую. За, это, за доклады на ложков не дают. Не говори. Давай, ну-ка. Да ладно, я же не крыса. А в смысле? Я ему сейчас строчить, да? Молчи. Во, уже написал, спасибо. Так, пиздобах. Вон, этот маг тоже супер удар дает. Это Дурдром, спекайся в хила, Сайбот тоже в хила. Тут на этот квартал вы в хиле будете. На Лече тоже будете в хиле. Так вы что, профессора убили уже? Да. Да. Ты же уходишь. Ну еще два босса то буду, да, обычно. Я не хочу топовую тратить. Тихо. Рано они вышли, суперудар не готов. Супершипы во рту не готовы еще. Может там с той стороны есть? Дезурон еще не завез. Запили хитов? Поэтому. Да, его. Ладно, давайте там всем удачи. Тунга, давай профессиональный ДПСер, тащи всех. Чё конечно, там пластик полутал? Чисто. Ну, да последнее, что мне хочется сказать, как бы, что Сельдерей лох. Купа лох. О, блин. Так, суперудар готов, сейчас они выйдут. Все медики в порталы. Кашечка уже суперудар зарядился, как бы. Смотрите. Где? Где? Какой Мари. Тупо красавец. А, видишь, вон. Лезут ну, всех из такое. Земли. Давай, Скарщик. Да лепёхи были, это было веселее. Тупо отрел, как-то под рестом было. Хуя он убежал. Нахуй его так пугаете? Каз.
Откроем справа. Аня, хочешь небольшой лайфхак? Можно было в самом начале колодец под босса поставить. Уже думала об этом, кстати. Тунга, блядь. Что? Блин, ничего. Тунга! Попал, да, Тунга? Тебя Аня не палила, если что. Я сам случайно заметил. Да-да-да. Я серьезно. Я смотрю, блядь, что за хуйня, блядь. Вроде заходили оттуда, а ты там. Раздум слева. Че, вы захилите? Геру дайте. Должны. Я излечилась. Я открыла портал в изумрудный сон. Пластик не забудьте взять. Спасение, герой. Что хэ мне делать? Можно я это? Нет, у нас минус 2 ТД еще. Я в Сингре, в Хиле или в Энхе? На этом квартале, да. Вы и на Вича. Оттуда шагнем. Так, выступаем места. Жизнь, бой. Я вообще не говорю. Тоже обмен. Сайбо, вставай, тут шкафы уже стоят для тебя. В комнату не заходи. Исните Сайбота. И зашел такой. Стойте там, стойте там, стойте там. Сайбо, отставай с тела. Танки везде тончатся. Сайбо, вставай. Прошел мосфет, нет? Фига себе, что за обуз? Отказывайтесь, почему? Ну, отказывайтесь, чего? Твое сокровище. А его, кстати, только ювелиры могут нидить или все? Все. Блин, а вот с книжкой по-другому. Которая на этого.
Ну, книжка и стоит. Аня. А. Аня. Чё? Сплеча есть. Выйди, ты где? А. Понавыбивали. Иди трэш бей, блядь. Я нафармил. Понимаешь, мне не хватило 4 лепестка этих вонючих, чтобы купить ее. Сделала бы делик. Я все сделала. И он закончился. Лох. Они пропали, да, эти цветки? Цветки пропали. Ну, я спрашиваю. У меня все исчезло, и цветки, и все это, короче, ничего не осталось. Я смотрю, там много исчезли. У меня лепестки остались, и одеяние осталось, и накидка осталась, все осталось. Я что-то лепестки не могу найти у себя в сумке. Нет, они исчезли. А я 5 челиков не могу найти в рейде. Сдохли почему-то. ХП закончился, как обычно. Типичный рейд. Нет ХП. Аня, нам сбили. Да сейчас. Надо к 6 вертушкам подойти миликом, да? Это Макс умер. Стальное лицо, блядь. У них 200 плюс IQ, не мешай. Не 200, может 20? 5 очков урона. Так, я, короче, пошел. До свидания. Как говорил Геральт, бывай. Цок-цок, блядь. Единственное, мобы не загрятся. Я надеюсь, загрятся. Спасибо. Господь услышал тебя. Господь, Господь. И Иисус Христос. И это... Ну, полежи, отдохни. Забагался жук, кстати. Блядь, Данич, побег. А, всё. Что за метки профессиональные, я вижу. Звездочка какая-то. Мы, короче, пуляем отсюда синдром. А, это чисто миниатюра метки Рагнадру. Тунга, если чё, это ты танкист. Ну да, я. Чекайте, я сдохну. У тебя драконы как-то паровозиком летят, не? Да не сами. Какие еще отвалятся? Раскидал все по сторонам. Шо это такое, блин? Фу. Я так холмоботов делал ачивку в ударе. Только там 25 человек так же бегали. Прошел год. Смотрите, они почти в одном фрейме все. Там один тебе всю малину портит. Да все. Уже. Танки, готовьтесь. Сейчас смотри, помрет. Просто в спину коготь дракона. Просто страшный сон танков, тупо. Они мимо трапа идут.
Они умнее, чем ты думал. Ну, в ловушку не попались. Что-то шаман там раздал это свою. Это тайфун. А что за профессиональная собака за это тайфун? Мне кажется, подозреваю. Вот именно. Куда согрел мы его? Ты мой друг. РДД, кстати, есть страта, если далеко стоять, он не достанет фигу. Еще одна страта есть. Забежал за угол. Так пока ты забегаешь, не бьешь, а я бью. Енот, я тебя нашла. А я вчера все отдал. Вон, видишь, я даже садок нашел. Ну, капец, ты какой-то ниндзя, не очень. Нашли? У него маскировка китайская. Вчера Астрали одна воронка попала всего лишь. Да, на следующую это уже. В кучу собираемся. Господи, он голый. Садокс, не надо смотреть на него. Кто голый? Да ты умер. Вообще нет. Хэмчики, да? Да стой, да. стой. В голову, да. Да нич, подамаж. Кому сопроты нужны? Обмен давайте. Давай, покажи единственное место 4-4. И что там у тебя было? 4-4 просто. Лучше стал, нет? Чё? ДПС у меня лучше стал, нет? Нет.
компьютер поменяй, будет лучше. Но... Ну, а ты думал? Думаешь, Коля, фетиш задонатил, компьютер нет, и ДПС поднимется. Но... Все зависит от ФПС. Чем лучше прожимаются кнопки, тем больше ДПС. Давайте уже начнем. Я побегу. Кому еще сопротивки? Надо кому-то тактику объяснять, все были? Хочу домой, тактику надо объяснить. Все, напоминаю. 5 меток центральных, туда склепы ставим. За них прячемся на глыб. Разбиваем по команде. Чё-то на баф. До сессии передал. Угу. Так, хочу домой, да, СС по Сан-Франциско. Веруния, да, СС по Сайботу. Блэк Дот, да, СС по... по Пизуме. А кто первую фазу танчит? Танич. Танич пускай. Хотя нет, пускай без ума, у него там этих магических дефов. Вторая фаза, напоминаю. Первая метка квадрат, вторая крест. И так по очереди. Все, танки поехали. Лоу-шоу. У нас нету шаманов. Ручками хили. Немного освобожденных не стакаем. Притяжки желательно убегать. Понятно, ДК могут не отбегать, но именно зеленку нужно прожимать правильно. Так, кинул прям по центру в стэк. Отбежали. Сейчас потестим. Ну, курим. На лестнице. Ты что, мне не верил? Я не толпу. Склеп, Элохил, Блэкдот, хочу домой. Да, ничего. Тебя разбивать? Право, центральнее. Не надо меня разбивать. Я и так все вижу. Ну, лево, там... лево падает. Ну там через кав еще один компьютер. Близко лево. В другую сторону аккуратненько стали. Слева стопните. Право падает. Разбили склеп. А в Гере такое работает? Нет, там урона больше. Ну, то есть с сопротом, нормальным сопротом большим, и под зеленкой, ну, может быть, ты выживешь, но на крополях и тебя у урон нанесет на бед, мне кажется. Ну, это я так думаю. Я просто видел, как выживали ДКшники, но, блядь, сомневаюсь, что ты выживешь. Да ладно, высылки с именно в кино выживу. Блядь, ну я если такой выживу, что как танком просто. Тоже мне. Кайми тоже выживают. Из-за этого типа ДКшники. На лестнице. В местах
на Синдре. Элохил, Блэкдота, Ату, Селена, Эльси было. Один человек в одну меточку, один человек в одну меточку. Право, близко. Право, близко. Центр. Зашли в другую сторону. По склепам стоп, центр падает. Разбили склепы. Бежали. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Напоминаю, первая метка второй фазы, квадрат налево. Милишники, отходим. Гера пошла. РТД играет по боссу. Войд Бист. Милишники свичнулись. Ой, много стаков, помогите. Следующий центр. Жадница центр. Сайбот. Уже без диса. Дай ему крылья. Нормально спрятались. Притяжка. Не разбиваем. Не разбиваем. Разбили. Разбились, центр, центр, отошли все от центра. В центре и оставайся, отойдите, милишники. Центр, иди, бросил школу. Ну что, инвалид. Вот, вы заметили, один ретрик. Три дня он просто тупо слакает. 268-й. Ты вообще был хоть раз в цитадели? А почему ты не спрашиваешь, что нужно делать на боссов? Почему ты как овощ играешь? Нахуя ты подставляешь тупо людей здесь? Ты думаешь, всем нравится вот так прийти, чтобы какой-нибудь затупок просто вайпнул рейд и потом жопа РЛ горела? Ты думаешь, это заебись? Отбежал в сторону, когда увидел, что метка в рейде. Постарайтесь в следующий раз тоже отбежать, если видите, что в рейде метка. И тогда можно спасти рейд. Этот, блядь, ничего не сможет, поверьте мне. Нет, дело-то не в одном человеке, дело в том, что в одном весь мы вайпнули за одного человека. Мы сейчас вайпнули за одного человека. Он бы побежал бы за всеми, поверь. Нет, ну, нет, 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 он бы побежал бы за всеми. Вот ты ну, споришь? Я уже видел такое дохуя. Ну, выжило бы три человека там. Ну, не заморозилось. Что это там? Они бы разбили раз, как все 10 людей замораживаются, их разбивают 5 РТД. Не надо такого вместе. Не мог он бы за всеми побежать в разные направления, он один. Да этот бы смог. Я прям чувствую. Попиздуешь туда, вон, на балкон. Вон там и сдохнешь. Понятно тебе, Ретрик? Ты типа на боссе мне не нужен. Как-нибудь переживем. Так, Шизик, ты ушел? Да, ушел. Давай, давай еще один трай. Че, не подожду? Да, 2 минуты мы не тайним, мне после трая вылетит. Нормально. Ты 2 минуты побей, потом опять 4. Ты приставь интеллект. Пристабаф, ну.
Ретрик, иди в центр. Жертвоприношение. Иди, иди, не стесняйся. Вон, в центр, прямо в центр иди, за креслом туда, в самую эгиду. Танки ловить. Там я оставаюсь. Хильте, хильте. Молодцы. Ретрик виноват. Я слышал там Марию. Я не знаю. Давайте еще раз такую, ну, тупо вот вывайпните сейчас. Просто я пойду спать. Я ебал. Я не хочу с вами сидеть просто так и вайпаться на дурацком боссе. Мне ну нахуй не надо. Вставайте, телепорт там есть открытый. Два человека начало просто хилить. Остальные три человека стояли в